Всем привет, друзья! Мы на канале ПОЛИТВ. Сегодня будем гулять возле фонтана. Наш город был основан в 1792 году. Сами считайте, сколько лет уже нашему городу. Паленька, не надо туда ходить. Сейчас, конечно, уже не лето. А летом, когда здесь было очень тепло и жаркие денечки, здесь детки бегали босиком. И как тебе туда посмотреть? Красиво. Это правда очень красиво, друзья. Я бы не прыгнула сюда. Сюда больше. Сюда бы прыгнула? Да. Нет, не стоит. Да, бросить монетку надо? Да. Монетку бросить нужно? Да. А вон еще и водопад. Монетку, пап, доставай монетку, пожалуйста. Сейчас. Подожди. На, поснимай чуть-чуть. Даю Полине монету. Что монетку? Загадывай желание? Ну, на счастье кидают обычно в фонтан. На счастье. Не вижу, куда кинула. Вот она. Ребята, вы тоже загадываете желание. У вас здесь 10 секунд. 10, 9, 8, кидай, все загадали. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Ребята, кто не успел, ничего, не оставайтесь. Я думаю, все успели. Пап, тебе и ты загадывай. Я тебе даю загадать, загадывай. На счастье. Полетел. Вон он. Все, легла на дом. Давай вместе кинем. Кидай ты. Ребята, берите монетку и вместе с папой давай мы кинем. Вместе. Папа, кидай. Да, вон Полинкина. Где? Вон она. Вот. А там папа. И там вон. Друзья, середина октября. А посмотрите, какая у нас теплынь в нашем городе. Обожаю осень в Тирасполе. Водопад. Идем на водопад. Полина пытается бежать до водопада. Так. У нее получилось. Получилось. У тебя есть последняя монета? Монета! Еще одну хочу кинуть. Еще хочешь кинуть? Да! Сейчас. Подожди. Давай. Полина кидает еще монету. Водопад.
упала, иди сюда. Что ты говоришь? Она туда упала, иди сюда. Еще раз. Она туда, и туда. И туда упала, да? Она упала вот туда. И потом скатилась с водопадом вниз. Где-то там лежит на дне. С этой стороны удобнее трогать водопад. Я обожаю трогать водопад. Пап, со мной, давай. Только аккуратно не упади туда. Ну я тоже потрогаю, я не трогал еще. Опа, люди! Холодненькая, такая приятная. Сегодня у нас жаркий день. Сейчас уже часов после 5. А солнце светит во всю что? А мне не надо брызгаться, полемочка. Отходи назад. Все. Это было хардкорно. Хардкорно. Я смотри, как здесь, смотри, как тут течет вода. У глазко белочка похожа на то, да? Да. Смотри. Ой, какая тут конструкция. Студента. Здесь. Электрометалка. Вот так вот идешь и я маг вангусь. Я вам покажу, как я поднимаю воду одной рукой. А ну еще. Ставьте лайк, пишите комментарии, хорошие комментарии. И подписывайтесь на наш канал. Хорошо. Ну все, пока-пока. Нет, мы идем дальше. Мы идем дальше. Еще что-нибудь покажем. Для тех, кто давно не был в Тирасполе. Фонтан у нас. Вот такой огромный появился. Там строится здание. Там, где было раньше 100-метровка, вот эту часть снесли с левой стороны и строят вот такое огромное здание. Торговый комплекс, жилой дом будет. Вот. Там тоже он строится, торговый центр. Вот это вот картиночка из прошлого, советского нашего. Все сохранилось. Мозаика красивейшая. И вон. Кто там шарится по моим карманам? Что ты там делаешь? Что ты там искала? А? Скажи мне. Шпион какой-то по папиным карманам шарится. Пока я вам показываю пирата. Thank you.
Алинка, идем дальше.